Юкон — это опасное место. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Я приехал сюда, потому что я хотел быть один. Но затем я встретил Бека. Он был необыкновенным псом. Он знал и счастье. Вон! Иди сюда, Бек. И страдания. Давай. Но его нельзя было сломить. Не знаю, откуда ты, но знаю, где ты сейчас. Добро пожаловать на край земли. Давай подождем немного. Похоже, он впервые видит снег. Не против отправиться в путешествие? В места, которых нет на карте. Поедем? Ты и я. Туда, где еще никто не бывал. Посмотрим, что там. Я рад, что тебе нравится. Он ни во что так никогда не верил, как верит в тебя. Что скажешь, Бек? Невероятное приключение. Ты два дня уже дрыхнешь в моей постели.